Евгения Щербинина, 12 лет, город Москва. Я люблю честных людей, доброжелательных и тех, кто не оскорбит тебя за твой выбор. Я не люблю получать двойки по математике. Сейчас я метаюсь от стенки к стенке, не понимая, кем я хочу стать. Допустим, раньше я хотела стать актрисой, но сейчас мои направления ведутся к психологу, ну или же тому, кто работает с людьми. Я боюсь не проснуться каким-то утром или днем. Я боюсь, что мои родственники не проснутся. Я мечтаю жить благополучие. Я люблю читать книги по войнам России, собирать монеты, и да, у меня с ними целый альбом.